Добрый вечер. It is great to be with you tonight. Я рад быть сегодня с вами. We were in your town last night at another church. Мы прошлым вечером тоже были в вашем городе, просто в другой церкви. Good to see some folks from that church. И очень рад сегодня видеть и людей из той церкви с нами. We were with Alexander at the conference. И с Александром мы были на конференции пару дней назад. Good to be here to fellowship with you. Очень рады, что сегодня у нас есть эта возможность пообщаться с вами. I'm Steve Gibson. Меня зовут Стив Гибсон. Live in Indianapolis, Indiana. Я живу в Индианаполисе, в штате Индиана. And I have a wife. У меня есть жена, six children, шестеро детей and I have six grandchildren. И шестеро внуков. So I am an older man than я старше, чем я выгляжу. But I have a lot of good experience that way. И таким образом я человек опытный. And I did live in Kyiv a few years ago. И было время, когда я жил в Киеве. And worked in a Bible college there и работал в библейском колледже и жил там в течение пяти лет. Now our students are in ministry. И теперь наши студенты с колледжа, они в служении по различным церквям Украины. And I don't live in Ukraine anymore, but I make visits. В Украине я больше не живу, но периодически приезжаю. I work with a mission. Я работаю на миссию. We have many churches in the country with Haiti. И у нас есть очень много церквей, с которыми мы работаем на Гаити. I get to come to Ukraine at least twice a year. И два раза в год я приезжаю в Украину. To visit churches. Я посещаю различные церкви. И также мы предлагаем материалы, которые мы печатаем. Book, и вот книжечка есть «Шаги благодати», которая говорит о работе Бога в нашем сердце, so чтобы мы могли жить в победе, so heart, чтобы мы могли иметь чистые сердца God, и любить Бога всем своим сердцем. И эти книжки я оставлю вам. Также мы подготавливаем некоторые курсы. Один из них — это курс по ученичеству для новообращенных. И у нас будет 26 уроков. And then we also have courses for ministry training. И также у нас есть курсы по подготовке к служению. And they're designed for people who are going to be pastors. И они сделаны таким образом для тех людей, которые будут пасторами или заниматься каким-то другим служением. But it can be taught in a variety of things. Но их можно преподавать как бы различными способами. And the first one is on Christian beliefs. И вот первый из них есть по христианским верованиям. И я тоже по одному из них оставлю вам сегодня. И если вы захотите еще получить эти книги, то можете сконтактироваться с нами и получить еще. Сегодня я бы хотел прочитать Деяния 4:31 стих. «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божье с дерзновением». This passage describes the work of the Spirit in the early church. Этот отрывок описывает работу Духа в ранней церкви. And in the verses following, it talks about the life of the church. И в стихах, которые следуют за ним, говорится о жизни церкви. And how the Spirit was so active there. И о том, как Дух Святой был очень действенным. They had a very close fellowship. У них было очень близкое общение. Sharing from house to house. Из дома в дом они разделялись друг друга. And many people coming to know the Lord. Многие люди приходили к познанию Бога. It talks about how even many sold property to help keep the fellowship of the church going. Говорится о том, что они даже продавали какое-то свое имущество для того, чтобы помогать церкви. And this was not long after the event that occurred at Pentecost. И это было незадолго после того события, которое произошло в день Пятидесятницы. When Jesus, when the Spirit filled the disciples. Когда Дух Святой наполнил учеников. And fulfilled what Jesus had promised. И исполнил то, что обещал Иисус. Because he said the Holy Spirit will fill you. Потому что он сказал, что Дух Святой наполнит вас. And you will receive power. И вы получите силу для того, чтобы быть свидетелями. And the power of the Spirit is the life of the church. Это жизнь церкви. And the church went out and went everywhere. И церковь пошла везде. Spreading the gospel. Распространяла Евангелие силой Божьей. As the New Testament describes the life of the church. И когда Новый Завет описывает жизнь церкви. We see a description there that's so beyond what we often see. И мы видим описание там такое, что оно гораздо свыше того, что мы видим сейчас. It seems that whenever they came together, they were conscious of the presence of the Spirit. Такое чувство, что каждый раз, когда они собирались вместе, они просто чувствовали, что Дух Святой с ними. They knew that he would be there. Они знали, что он там будет. And their worship services were guided by the Spirit. И их служения, поклонения были
управляемы Духом Святым. In the book of 1 Corinthians, и в книге 1 Коринфянам, it talks about different people being moved by the Spirit to participate. О том, что Дух Святой направлял их, чтобы они делали различные служения. And receiving His guidance. И то, что они получали Его направление в жизни. When they faced issues, когда они сталкивались с какими-то проблемами и неразрешимыми ситуациями, Дух Святой направлял их. In one occasion, they were sending a letter to the churches. В одном случае они послали письмо церквям. And they were responding to a problem that was going on. И они отвечали в этом письме на проблему, которая у них была. And they said it seems good to us and to the Holy Spirit. Нам кажется и Духу Святому. To give you these directions. Что вот такие вот указания будут хороши для вас. Imagine what it would be like to be so conscious of the presence of the Spirit. Представьте себе, что это за чувство, чтобы быть настолько уверенными и осознавать, что Дух Святой рядом. So that the church could say it seems good to us and the Holy Spirit. Чтобы церковь могла сказать, что это хорошо и для нас, и от Духа Святого. They knew that they were agreeing with the Holy Spirit. Они знали, что они соглашаются с Духом Святым. And the ministry of the church went everywhere. И служение церкви распространялось везде. In spite of all kinds of problems. Несмотря на различные проблемы. They faced every kind of problem. Они сталкивались с абсолютно разными проблемами. Even within the church. Даже внутри церкви. There was confusion. Было замешательство. There was doctrinal controversy. Были доктринальные противоречия. They had a lot of issues to solve. Было очень много вопросов, которые нужно было решать. But the Spirit guided them through that. Но Дух Святой направлял их через это. They faced demonic resistance. Они сталкивались с демоническим. They faced persecution. Они сталкивались с гонениями. Some from the Jews, some from некоторые the Gentiles. Людей, некоторые от язычников. Persecution scattered the church geographically. Разбросала церковь географически. And yet everywhere they went, they shared the gospel. И в то же самое время, куда бы они ни пошли, они везде делились Евангелием. And people were convicted. И люди были обличаемы. And people were drawn to put their faith in Christ. И люди были привлекаемы ко Христу. Nothing could стоп the spread of the word of God. И ничто не могло остановить распространение Слова Божьего. Today, so often that we, it seems that the church is weak. И сегодня часто нам кажется, что церковь слаба. And sometimes it seems that we struggle. Иногда нам кажется то, что мы с чем-то сражаемся. And we live in a world that does not support the word of God. Который не поддерживает слово Божье. And it seems like the great powers of the world. И нам кажется то, что сила мира. Are against the authority of God. Она против Божьего авторитета и власти. And laws that are passed. И законы, которые издаются. And the actions of leaders of our nations. И действия лидеров наших народов. And those don't seem to be in respect. Все это кажется, что это не уважает Бога. And if you're in a country where you vote and try to participate, если вы находитесь в стране, в которой вы где-то за что-то голосуете, ничего нельзя сделать, чтобы изменить ситуацию. In America we have elections. В Америке у нас выборы. But there are millions of people. И миллионы людей. And so we wonder, can we really change anything? И мы думаем, можем ли мы что-то изменить? And where is the voice of the church in all of this? И где голос церкви во всем этом? God wants the voice of the church to be heard. Бог хочет, чтобы голос церкви был услышан. He wants to, us to share our faith. Он хочет, чтобы мы делились своей верой. He wants us to proclaim the word of God on every issue. Он хочет, чтобы мы провозглашали Божье слово по любому моменту, по любому вопросу. If the voice of the church И если seems голос weak, церкви кажется слабым, we need to seek the power то нужно of the Holy искать Spirit. Силы Духа Святого. People are not convinced by argument alone. Людей нельзя убедить только лишь своими аргументами. The Bible tells us that the God of this world нам то, что Бог этого мира has blinded their eyes. Ослепил их глаза. That's why even very intelligent men cannot see the truth sometimes. Поэтому даже умные люди иногда не могут видеть истину. It seems to me that the existence of God should be obvious. Мне кажется, что то, что Бог существует, это настолько очевидно. But it's not obvious to everyone. Но для других людей это не очевидно. It seems to me that the authority of God, God's word, Мне should кажется, be obvious. Мне кажется, что авторитет Божьего слова тоже должен быть очевиден. But that's not obvious to everyone. Но он не очевиден для всех. And how do we persuade them? И как нам убедить людей? We can argue. Мы можем спорить. We can give reasons. Мы можем говорить какие-то доводы. But even good reasons. Но даже хорошие доводы. Do not change the heart of a sinful man. Не изменят сердце греховного человека. Not unless the Holy Spirit fastens that truth to their mind. Если Дух Святой не донесет эту истину к разуму человека. Jesus told the disciples. Иисус сказал ученикам. It is necessary for me to go away.
необходимо мне уйти. Jesus would not stay physically on the earth. Иисус физически не оставался на земле. Even though he is spiritually with us. Несмотря на то, что духовно он с нами присутствует. Visibly he would not be present. Но видимо он не остался. But he said, when I am gone, the Holy Spirit will come. Когда я уйду, придет Дух Святой. He described many things that the Spirit would do. И он описал много чего, что Дух будет делать. One of them was he will convict the world. И одно из них то, что он будет обличать мир. He'll convict them of sin. Он будет обличать мир во грехе. And righteousness. И показывать правильность. And judgment. И вот суд давать. It's hard to explain to the тяжело unsaved person объяснить неспасенному человеку that he is guilty of sin. То, что он виноват в грехе. It's hard to explain him what righteousness тяжело is. Объяснить человеку, что такое праведность. And it's hard for him to feel that he is on his way to judgment. Прочувствовать такому человеку то, что он идет по пути осуждения. It's amazing what the work of the Spirit. Но удивительно, что может сделать работа Духа. Because when you explain God's truth, потому что когда вы объясняете Божью работу, the power of what you are saying, силу того, что вы говорите, it doesn't just depend on your words, сила того, что вы говорите, зависит не от ваших слов, and your reasoning, и от вашего мышления. Sometimes people don't want to try to talk to the sinners. Иногда люди хотят избегать разговоров с грешниками. They say, I don't know what to say. Они говорят, ну я не знаю, что им сказать. And if they ask me a question, I may not know the answer. Если они задают мне вопрос, у меня может не быть ответа. And probably they will ask you questions, and you may not know the answer. Наверное, будут такие вопросы, на которые вы не будете знать ответ. But you don't have to know all the answers. Но вам не нужно знать все ответы. You need to have a testimony that you can share. Вам нужно иметь свидетельство, которым вы можете поделиться. You need to be a witness to the truth of God's word. Вам нужно быть свидетелем Божьего слова. And God gives power to your words when you share them. И Бог дает силу вашим словам, когда вы делитесь. You're not the same as just a salesman who is trying to sell something. Это не то же самое, когда кто-то продавец пытается что-то продать. Sometimes when you share God's word, когда вы делитесь Божьим словом иногда, you can feel the power. Power of God силу Духа, которая работает в вас. Sometimes you can see the effect of it on иногда вы можете видеть влияние Его на людях, которых вы свидетельствуете. Because it's something beyond you. Потому что это что-то, что свыше вас. Sometimes you may not feel it. Иногда вы можете этого не чувствовать. You may not see it. Иногда вы можете этого не видеть. But that doesn't mean that God is not но это не означает, что Бог не работает. Because God sometimes plants that truth in their mind. Потому что иногда Бог просто садит истину в разум человека. And maybe they don't appear to be effective right now. И может быть кажется, что нет никакого эффекта сейчас. But there may be a time later. Но возможно придет время when they're in a crisis in their life. Когда они будут в кризисе в своей жизни. And they really want to know how to know God. И они захотят узнать на самом деле, как познать Бога. And God will bring your words back to life. Бог напомнит им те слова, которые вы когда-то сказали. So let's be faithful to plant their truth. Давайте будем верными в том, чтобы насаждать такую истину. The Spirit is the one who works grace in our hearts. И Дух делает дела благодати в нашем сердце. Grace has been provided by the love of God. Благодать дана нам любовью Бога. And by the work of Christ, и работой Христа, и Его смертью и воскресением. But then it is made effective in us by the Holy Spirit. И становится эффективным в нашей жизни из-за Духа Святого. He brings to life the person who is spiritually dead. Он приводит к жизни человека, который духовно мертв. I hope you can remember when that happened to you. Я думаю, что, надеюсь, что каждый из вас помнит, когда это произошло с вами. You were dead in sin, когда вы были мертвыми во грехе, but the word of God, но Слово Божье and the Spirit of God brought и Дух Божий привез вас к жизни. And then as we walk with God, и когда вы ходите с Богом, He gives us power for victory. Он дает нам победу. Sin is not the normal life of a believer. Грех – это ненормальная жизнь христианина. Some people say, oh, I have to sin because I'm human. Ну что ж, мне приходится грешить, потому что я человек. I'm just a man. Я просто человек. But you're not just a man. Но вы не просто человек. If the Spirit of God is inside you, если Дух Божий живет в вас, you can walk around with the Spirit of God inside you. Вы можете ходить с Божьим Духом внутри вас. Isn't that an amazing promise? Не удивительно ли это обещание? And so when temptation comes, когда приходит искушение, it's not just human ability. То это не только лишь человеческие способности, которые должны противостоять этому искушению. Но это Дух внутри вас. He changes your desires. Он меняет ваши желания. He gives you power to decide for truth. Он дает вам силу принимать решения в пользу истины. He guides us as we walk in the truth. Он направляет нас, когда мы ходим в вере. Walking in the light means we continue to change. Хождение во свете
означает продолжать меняться. God wants to continue to change you. Бог хочет продолжать менять вас. If he shows you something that should change, если Он показывает вам что-то, что нужно изменить, the Spirit gives you strength to do that. Дух дает вам силу сделать это. All he needs from you is your willingness. Все, что нужно вам, ему от вас, это ваше желание. For you to continue to say, yes, Lord, чтобы вы были готовы I'll говорить, you. Да, Господь, я буду повиноваться Тебе. And he brings us to a point where he cleanses our heart. И Он приводит нас к тому моменту, когда Он очищает наши сердца. There comes a time when you realize there's still pride. Приходит время, когда вы осознаете, что в сердце есть еще гордость, or self-centeredness, или эгоизм in your heart. В вашем сердце. And that's not something for you to just decide to change, like walking in the light. И это не что-то, что вы можете просто решить, вот я это изменю, it's все. Something that needs a cleansing. Это что-то, что, чему нужно очищение от Бога. But he promises the work of the Spirit. Но Он обещает, что Он сделает эту работу Духа. Are you hungry? Голодны ли вы? Голодны ли вы по работе Духа? Do you feel a need for the work чувствуете of the Spirit? Ли вы нужду в том, чтобы Дух работал в вас? Jesus said that just as parents give to their children, Иисус сказал, что точно так же, как родители дают своим детям, God gives the Holy Spirit Бог to дает those Духа that Святого тем, кто просит. In another place he said, еще в одном месте Он сказал, God gives the Holy Spirit to those Бог дает who Духа him Святого тем, кто повинуется Ему. As we walk in obedience to когда him, мы ходим в послушании Ему, as we continue по мере того, когда мы продолжаем все отдавать Ему, нет никаких ограничений тогда в том, что Дух Святой может сделать в нас. Очень многие люди живут под ограничениями. Они не ожидают от Бога ничего. Но Бог пообещал им нечто великое. Голодны ли вы? Is it a good thing to be hungry? Хорошо ли испытывать чувство голода? Nobody really likes to be hungry if they don't have food. И никто не любит быть голодным, если рядом нет еды. If you're going through the day, если, например, вы проживаете свой and день, you're hungry, вы голодны, but you don't have food, но еды нету, or you don't have time to eat, или нету времени поесть, then it's not a pleasant thing тогда to be hungry. Это не очень приятное чувство. But there is a time when it's pleasant но to be hungry. Но приходит время, когда чувство голода становится and приятным. That's when you sit down и это at тогда, table, когда вы садитесь за стол. We were at the this pastor's house. И мы вот недавно были дома у пастора и сели за стол. Where sister и сестра Анастасия приготовила нам еду. И это было отличное время, чтобы быть голодным. Потому что на столе была чудесная пища. И духовно. It's a good thing to be hungry. Тоже хорошо быть голодным. Because God has provided what you need. Потому что Бог обеспечает нас тем, что нам нужно. He will satisfy your heart. Он удовлетворит ваше сердце. It's a sad thing when a person is not hungry. И печально, когда человек не голоден. When a person doesn't realize what God is. Когда человек не осознает, что Бог ему предлагает. And they don't have a desire for more of God. И когда нету желания, чтобы получить Бога еще больше. If you're feeling weak spiritually, если вы чувствуете себя духовно слабыми, ищите Духа Святого. If you're falling to temptation, если вы поддаетесь искушению, you need to seek the Holy Spirit. Ищите Духа Святого. If you're not living in complete obedience, если вы не живете в полном послушании, if you realize that your heart is not clean, если вы осознаете, что сердце ваше нечисто, if you realize there's something in there that resists the will of God, если вы осознаете, что есть что-то в вашем сердце, что противостоит воле Божьей, you need to seek more of the Holy Spirit. Ищите больше Духа Святого, потому что пообещали, что Он придет к вам. Мы очень ценим то, что сегодня у нас была возможность поделиться с вами. Sure we'll я не знаю наверняка, вернемся ли мы в эту часть мира. Really надеюсь, что сможем когда-либо увидеться еще раз. И я верю, что мы услышим хорошую новость о том, что Бог делает здесь у вас. Аминь. Ми щиро дякуємо нашим друзям за те, що вони поділились з нами тим, що в серці у них. Я думаю, що ми